Мотор уже пошел? Нет еще. А по поводу инициативы создать ассоциацию всяких магов, колдунов и так далее. Да, я в курсе. Рынке. Ну что вы по этому поводу думаете, какое ваше видение? Работаем. Коротенько. Работаем. Работаем? Дело в том, что я считаю, что эту всю колдовскую шваль давно пора не только проконтролировать, но и вообще призвать к закону. Дело в том, что проходят огромные теневые суммы, существует спекуляция на народном горе, существует просто в чистом виде цыганщина, которая... Я солидарен с депутатской инициативой в этом смысле. Я считаю, что всю эту шушеру нужно давно прижать к ногтю, потому что здесь в мощнейшей степени существует прямое издевательство над народом. Спекуляция на доверии, спекуляция на болезнях, на человеческом горе. К сожалению, такое время сейчас, что какие-то низменные качества, низменные категории приносят жуликам большие деньги. Я бы даже сказал огромные, потому что я в этом кругу вращался некоторое количество времени, и я знаю, что такое человек, у которого осталась последняя надежда. У нас сейчас, вы зайдите в любую клинику московскую, посмотрите, какая разница 5 лет назад и сейчас. Огромные сейчас финансовые вложения идут в государственную медицину. С какой стати мы должны ходить к этим жуликам, к этим, понимаете, клоунам, понимаете, в чем дело, которые берут там на себя какие-то, напяливают устрашающие одежды, какие-то стеклянными шарами украшают свои пространства, спекулятивно действуют. И еще это через медиа, понимаете, развивается еще. Ведут какие-то консультации с помощью скайпов, по интернету и так далее. То есть назрела эта ситуация. Понимаете, весь цивилизованный мир уже знает, что все это шутовство, что если там хочется как-то нервно сбросить энергию, пошел там какому-нибудь там, как в театр сходил. У нас это все за чистую монету, понимаете, в чем дело? То есть это очень важная инициатива, я всячески буду помогать, ко мне сейчас обращаются люди на этот счет, действительно, кто заинтересован. Я готов консультировать, готов, всячески, вот это болото, вот это вот гнилое состояние разрушить. А вы не верите в магов, экстрасенсов, колдунов и ведьм? Дело в том, что момент веры все-таки это отношение к Богу. И, пожалуйста, давайте не будем верить во всевозможную чушь. Давайте не будем верить во всевозможные домыслы. Давайте не будем верить повитухам, разным бабкам. Если хочется верить, если вас интересует колдовство как таковое, езжайте на Кубу, езжайте в Новый Орлеан. Пусть там вам будут убивать куриц, понимаете, делать вуду, оживлять мертвецов. И все такое прочее. Покупайте билеты и езжайте к колдунам классическим. Понимаете, хватит уже довольно вот этого маразма, понимаете, который сейчас все разжигается телеканалами. Сколько сейчас передач магических? Что это за бред вообще такой? Подождите, а вы же участвовали? Я не подожду, понимаете, меня это возмущает. В битве экстрасенсов вы же участвовали. Что вы, значит, вы же участвовали? В курсе, что я участвовал в битве экстрасенсов? Вы меня спрашиваете или вы утверждаете? Нет, я спрашиваю. Формулируйте вопрос, пожалуйста, конкретнее. Не кричите на меня. Что значит не кричите на меня? Вы пришли ко мне брать интервью, правильно. В конце концов. Я имею право вести себя так, как я хочу. Вы у меня в гостях. Не надо мне делать замечания. Закручивайся, пойдем. Спасибо большое. Не за что. Вы очень ответили прекрасно. Я не знаю.